Всем снова привет, с вами Дмитрий, и сегодня мы с вами рассмотрим булевые операции. Это еще один из вариантов моделирования. Он попроще, чем моделирование через полигональную сетку, но и модельки получается тоже проще. Значит, вот этот вот туннель я сделал с помощью полигональной сетки, то есть с помощью модификатора EditPoly. И я примерно сделаю так же, как и... То есть я сделаю примерно копию с помощью операции Boolean. Давайте создадим новую сцену. Поместим центр координат. И давайте создадим бокс. Примерно пускай так где-то будет. А теперь давайте создадим еще один бокс. Примерно такого размера. Вот. И поместим его на угол фиолетового параллелепипеда. Ну, пускай как-то так будет, да? Так, давайте. Чтобы ровно было 90 градусов. То есть 45 градусов. Так. Все. А что теперь я хочу сделать? Я хочу срезать угол у этого фиолетового параллелепипеда с помощью этого зеленого параллелепипеда. Каким образом? Заходим в Create, Compound Object и нажимаем Boolean. Значит, выделяем этот бокс. Так, нажимаем Boolean. И какая тут логика? Если вы изучали алгебру логики, то вы здесь, в принципе, все поймете. Бокс — это у нас А. То есть переменная А — это бокс 001. Переменная Б будет у нас зеленый параллелепипед. Бокс 002, по идее, будет. Вот. И дальше идет операция. Subtraction А минус Б. То есть мы от А отнимаем Б. И при этом мы должны сюда поставить кнопку Move, если у вас она не стоит, чтобы зеленый параллелепипед у нас удалился, потому что он нам не нужен. Значит, нажимаем Subtraction A минус B, он по умолчанию стоит у вас. Нажимаем Pick Operation B и нажимаем на зеленый параллелепипед. Вот, угол у нас удалился. В принципе, тут все понятно. То есть мы поместили, что переменная B это box 02, и произошла операция. Все. Но я хочу еще, чтобы с другой стороны был срез. Как это делается? Верну обратно. Давайте. Так, сделаем копию и повернем на 90 градусов. Вот. Ну, как-то так пускай будет. Теперь нажмем кнопку Probe Boolean. Тут все побыстрее делается. Тоже нажимаем Subtraction, то есть удаление, вырезание. Тоже нажимаем кнопку Move. И нажимаем Start Picking. То есть просто мы нажимаем на те кнопки, которые нам нужны. На те параллелепипеды, которые нам нужно удалить, они удалятся. Опять забыл, нужно выделить главный параллелепипед. Выделяем тот параллелепипед, которого вы хотите удалять, эти зеленые кубы. Вот. И нажимаем Probe Boolean, Start Picking. И удаляем их. Все. У нас все удалилось. Теперь я сделал форму для нашего тоннеля. Но сами стенки тоннеля я еще не сделал. Создаем еще один бокс. Он будет чуть побольше. То есть он будет выше и шире, но он будет менее длинный. Так, можно еще уменьшить размер. То есть длину. Вот, примерно пускай так будет. Так, ну и ширина нам такая не нужна. Большая.
пускай как-то так будет. И пониже сделаем. А, теперь. Точно так же. Мы нажимаем Compound Object. Boolean. Так. Значит, основной объект у нас будет песочный бокс. А вспомогательный, который удаляет и сам удаляется, это будет фиолетовый бокс. Значит, нажимаем Pick Operation B. И все, мы удалили. Вот у нас удалилось. Также можно сделать окно. Давайте по-быстренькому сделаем бокс тоже. Примерно размер окна сделаем. Вот такое пускай будет. Ну, вот так вот где-то так. Вот. И тоже самое проделываем. Основной объект. Выделяем. Boolean, Pick Operation B. И нажимаем. Все, у нас появилось окно. А теперь, что можно еще с этими операциями сделать? Мне очень нравится операция Union. Что она делает? Union объединяет два объекта. То есть, так, давайте. Это мы удалим. Все, и давайте сделаем, допустим, я просто покажу на примере, то есть я ничего не буду создавать. Бокс и шар сферу. Вот. Например, так пускай будет. Теперь. У нас два объекта. Чтобы соединить их в один большой объект, применяем Boolean и нажимаем здесь операцию Union. Значит, оперант А у нас шар, а оперант Б у нас будет параллелепипед. Все, у нас, как видите, получилось. То есть образовался в один цвет. А также это можно делать. Editable поле, с помощью editable поля уже по-своему моделировать как один объект. Это очень удобно. Если мы посмотрим, давайте посмотрим в другом виде, то все очень хорошо у нас получилось. То есть лишние полигоны удалились, ничего лишнего нету. Очень хорошая штука. Это у нас, если смотреть через алгебру логики, то это у нас получается сложение, то есть логика сложения. Это у нас логика вычитания, то есть тут есть вычесть а минус b и наоборот вычесть b минус a. Но тут в принципе без разницы, то есть назначайте разные объекты и по-разному. Так, теперь interstitial. Наверное, так как называется. Это алгебра перемножения. То есть давайте опять создадим бокс. И для наглядности давайте цилиндр создадим. Вот. У нас все создалось. Теперь, значит, тут у нас операция или, то есть все совмещено. То есть полностью все образовалось, а пересечение удалилось. Тут же наоборот, остается только пересечение, а все остальные объекты, они удаляются. Нажимаем Compound Object, Boolean. Значит, оперант А это бокс 03 получается у нас. А оперант Б это у нас получается цилиндр. Вот. Как мы видим, у нас осталась только эта часть. Тоже можете для различных принимайте, тоже можете уже создавать editable поле и работать как отдельный объект. С отдельным объектом работать. Так, ну на этом у меня все. Всем пока.